Конструкция there is, there are. Конструкция there is, there are используется для сообщения о местонахождении предметов и лиц. Запомните простое правило. Если русское предложение начинается с обстоятельства места, то есть первое слово русского предложения отвечает на вопрос «где», то английское предложение мы начнем с there is, there are. При этом само обстоятельство места нужно ставить в конец предложения. Рассмотрим на примере. В коробке сидит мышка. There is a mouse in the box. Русское предложение начинается с обстоятельства места в коробке. Поэтому английское предложение мы начали с there is, а само обстоятельство места in the box поставили в конец предложения. Английские предложения с конструкцией there is, there are переводятся с конца. Например, there is a palm on the beach. На пляже растет пальма. Обратите внимание, что глагол to be, is или are в данном случае может переводиться как лежит, стоит, растет, висит, одним словом находится. Поэтому при переводе предложения «на столе лежит книга» не нужно лезть в словарь и искать, как по-английски лежит. В данном случае предложение переводится следующим образом. There is a book on the table. При указании на местонахождение одного предмета или человека используем there is. Если предметов или людей много, используем there are. При перечислении нескольких предметов, если первый предмет в ряду стоит в единственном числе, употребляем there is. На столе ручка, карандаш и книги. There is a pen, a pencil and books on the table. Если же при перечислении первый предмет в ряду стоит во множественном числе, используем there are. На столе книги, ручка и карандаш. There are books, a pen and a pencil on the table. Если предложение начинается с подлежащего, кто или что, конструкция there is, there are не используется. Переводим как есть. Машина стоит на улице. The car is in the street. Подписывайтесь на наш видеоканал и заходите на наш сайт anglesecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами!